Иду я с аптеки. Вот, набрала я. Не знаю, вот кисточка бережит. Где моя сладкая? Где мой сахарный завод? Где мой муси-пуси? Да нет у меня здесь. Это таблетки. Это таблеточки. Ты кушать хочешь? Ты мои сюсечки. Мои мумусечки. Ой, не знаю, иду. В аптеке, как эти, как собаки работают, это невозможно. Как будто я пришла в аптеку брать бесплатно. За мои деньги там нервнобольные работают. Как вот может медицина таких людей пропускать? Не, как будто я пришла и говорю, дайте мне и то, и я не заплатила. Нельзя ничего спросить, нельзя. Посылают сюда, иди в больницу. Да не хочу я сюда идти в больницу, это тоже... Ой, я не могу. Пиздец. Нервные больные, это недотраханные. Это вообще ужас. Как будто я пришла к ней домой. Домой и говорить, дай мне то, дай мне то. За свои деньги мне это. Ой, такая погода хорошая. Ой, я не могу. Вот набрала я вот этот, как его... Фурадонин, Корсил, глицин от бешенства матки. Глицин. Ну а что, я неправильно сказала, ребят, ну что? Я пришла в аптеку купить за деньги. Я ж не домой пришла, такие грубые стоят, пиздец. Ага. Ой, такая погода хорошая, гляньте. Вообще погода хорошая.